Привет, друзья! Сегодня будем готовить легендарный ликвид Robin Red. Для этого нам нужен сахар, паприка, чили, перец и молотый сухой чеснок. Засыпаем в кастрюлю 200 грамм сахара. Добавляем 200 миллилитров воды. Мешаем, пока не закипело. Вот наш раствор закипает. Потом выключаем, как перестает бурлить, добавляем 1 чайную ложку чеснока сухого, 1 чайную ложку острого чили перца и 1 чайную ложку паприки. Все хорошенько перемешиваем. И вот наш легендарный ликвид Robin Red готов. Вот так он выглядит крупным планом. На следующее утро, когда ликвид остыл, заливаем его в бутылочку. Итак, у нас две ровные порции геркулеса. В левую часть геркулеса я добавляю воды, в правую часть геркулеса добавляю ликвид, сделанный своими руками. Ну и, конечно же, все перемешиваем. Вот такие вот у нас две прикормки получились. Как видите, они отличаются даже цветом. Итак, мы на речке. Сейчас будем забивать нашу прикормку в ПВА-сетку с помощью шприца. Шприц я обрезал. Сначала в левую ПВА-сетку будем добавлять геркулес на воде. С помощью шприца очень легко делать небольшие конфетки из прикормки. Первая конфетка у нас готова. Далее берем прикормку с добавлением Robin Red и также забиваем шприц. Время 9 утра. Смотрите, какая сочная прикормка получилась. Ликвид прям выдавливается через ПВА-сетку. Поэтому надо как можно быстрее их связать и в воду. Погружаемся на глубину около 2 метров. Речка с небольшим течением. На ускорении видно, как растворяется ПВА-сетка, растворился узел, и потом постепенно растворяется сетка, а прикормка освобождается. Мимо уже плавают голодные карасики. Спустя 10 минут прикормка до конца растворилась. И, как видите, вода уже стала мутнее. Это говорит о том, что рыба начала копошиться возле прикормки. Прошло еще 10 минут. Прикормка уже полностью вся лежит на дне. Карасики кормятся из той кучи примерно одинаково. И пока разницы не видно, где карась кормится больше. Прошло уже полчаса после начала съемки подводной.
в этом участке видео отчетливо видно, что весь карась собрался именно возле прикормки, в которую добавляли ликвид Robin Red. Это очень интересно, да, смотреть и наблюдать, когда видно, что с левой стороны ни одного нет карася, а вся рыба сосредоточена именно в правой части, где ликвид. Очень интересно, впервые вижу такую разницу контрастную. Вот рыба разбежалась, ротан пугает. Смотрите, ротан атакует синтепку, но я так и не понял, он ее схватил или нет. Но чешуя полетела в разные стороны, это точно. Что-то жует, возможно, и проглотил. Прошло около 50 минут, и, как видите, прикормки с ликвидом с правой стороны уже осталось очень мало. Вот и последние 15 минут записи камеры. Как видите, с правой стороны прикормки совсем не осталось. Вода просветлела, так как карасей стало в разы меньше. И сейчас вот в кадре несколько карасиков, которые кормятся оставшимся геркулесом, который был замешан на воде. Ну что ж, друзья, как видите, самодельный ликвид действительно работает. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи и до новых встреч!